Меня забавляют нынешние мужики, которые говорят, что бабы такие меркантильные, дамы меркантильные. Большинство, по крайней мере, и это нормально, потому что вы все себя хотите красивых и ухоженных дам. Ну так вот, открою вам большой такой секрет, то что волосы — это деньги, ногти — деньги, крема, духи — деньги, потянутое тело — деньги, здоровая чистая кожа — деньги, это все деньги. Привет! Знаете, что самое интересное? Вот они все хотят, чтобы мужчина зарабатывал много и прочее. Требования к мужчине, ну просто овер дофига. Но что самое интересное, мужчины ведь хотят каких? Неиспользованных, да, хотят невинных, прекрасных, да, молодых. Где эти требования? Они соответствуют этим требованиям. Отбери у них косметику, они будут как швабры старые. Отбери у них, я не знаю, деньги, они будут ходить реально вот как ведьмы. И, соответственно, что они могут дать мужчине? Ничего. Вообще, просто ничего.